Балет Мариинского театра известен не только в России, но и за рубежом. У коллектива гастроли по многим странам мира, золотые и серебряные медали на самых престижных международных конкурсах в Сочи, Красноярске, Перми, а также в Вене и Сеуле. Руководит театром уже 19 лет экс-премьер балета Большого театра, заслуженный артист России Константин Иванов. Надеюсь, что сегодняшний показ, сегодняшние гастроли, это действительно станет зарождение большой дружбы, потому что мы к вам привезли большой репертуар. «Лебединое озеро», «Спартак», «Золушка», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Эсмеральда». Это колоссальная большая нагрузка, конечно, для коллектива, для труппы и каждый день спектакль. Но я уверен, что в этом марафоне мы справимся, потому что опыт большой. Мы сегодня горды тем, что буквально за последние 10 лет мы приобрели, город Сочи приобрел статус, в том числе, культурной столицы. Все сегодня именитые музыканты, гордость нашей страны, все хотят зайти со своими проектами на нашу площадку в город Сочи. И, безусловно, проектов таких должно быть много. В Сочи с 24 по 29 июля театр представит 6 балетов. Также в рамках гастролей будет подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве администрации Сочи с Мариинским театром по внедрению других культурных проектов в нашем городе.